Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие преданные. Мы сейчас празднуем 23-летнюю годовщину установления божеств Шиши Доял Нитай Шачи Сута. Уже 23 года мы поклоняемся этим божествам. И эти божества являются главными божествами Москвы, и по большому счету это главные божества России. И в течение многих лет божества переезжали с одного места на другое место. И у них никогда не было своего дома, своего постоянного храма. И сейчас мы начинаем марафон удивительной программы. Мы хотим приобрести дом для наших дорогих божеств Шиши Доял Нитай Шачи Суты. И это будет храм, храм в собственности. Храм, который удовлетворит все нужды общины, храм, где будет проповедь, распространяться книги, проводиться харинамы, храм, в котором будут проводиться обучающие программы и многое-многое другое. Поэтому, дорогие преданные, у нас есть уникальная возможность поучаствовать в этом удивительном проекте. И все преданные, которые будут активно участвовать в этом проекте, несомненно, получат милость наших удивительных божеств Шиши Доял Нитай Шачи Суты. И вне всякого сомнения божества позаботятся об этих преданных. В Пуранах говорится, что тот, кто строит храм для Господа, он уже строит себе резиденцию на планетах Вайкунтхи. Итак, дорогие друзья, дорогие преданные, присоединяйтесь, не упускайте удивительную возможность.